Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня видео наше называется «О бедном фри биткоине. Замолвите слово». Смотрите, есть такой вот сайт, который называется «Free Bitcoin». Что случилось именно сегодня? Вот такой вот сайт есть, на котором якобы там можно зарабатывать сатошики, и эти сатошики складировать, и потом, когда биткоин поднимется до миллиона долларов, эти биткоины, сатошики продать. Что получилось в нашем случае? В нашем случае получилось, что я получил предупреждение за то, что у меня был неправильный контент на YouTube. Итак, дорогой зритель, который смотрит на данный момент это видео, предупреждаю сразу. Хотите публиковать видео о каких-то интернет-казино, вот о таких кранах, забудьте об этом, либо называйте их как-то по-другому, потому что злопыхателей достаточно много, и эти злопыхатели будут жалобы присылать на ваш контент, и ваш канал рано или поздно заблокирует. Сначала найдут предлог, чтобы заблокировать ваш канал, а потом просто ваш канал заблокирует без возможности восстановления. Поэтому я видео по Free Bitcoin, по сайту Free Bitcoin, я заблокировал и больше выставлять их не буду. Поэтому имейте в виду, если вы собираетесь продвигать какое-то интернет-казино, либо вы собираетесь продвигать какой-то проект, который рассчитан именно на играх, имейте это в виду, что это запрещено по правилам сообщества. Хотя какая-то чушь получается, потому что как такового нарушения я ничего не вижу, так как я это видео записывал чисто в порядке информации. На этом заканчиваю. Можете писать комментарии, ставить лайки, дизлайки и писать, были ли у вас такие именно истории. Хотя по Free Bitcoin я прошел много роликов, и половина роликов просто удалено за нарушение правил сообщества. Всем привет!